Ивановский футбольный клуб «Текстильщик» готовится к новому сезону уже в составе ФНЛ. Высокий уровень соперников обязывает держать планку и выпускать на поле только лучших игроков. В преддверии первой игры, которая пройдет в Москве, в клубе обновляют состав команды. Уже ясно, что основной костяк останется прежним. Контракты, подписанные с полузащитниками Александром Щеницыным, Максимом Сидоровым, Алексеем Горюшкиным, а также защитниками Кириллом Сараевым, Александром Чибировым, Дмитрием Шиловым и Александром Сладковым. Ведущий голкипер команды Алексей Смирнов остался в составе красно-черных. Вице-капитан Денис Фомин и бомбардир Евгений Попов также продолжат играть за Ивановский «Текстильщик». Мы в основном собираем лидеров ребят второй лиги. Это вот Максим Гайдуков, один из лучших бомбардиров зоны «Запад». У нас сейчас на просмотре находятся ребята из Казанского «Рубина», ну, лимитчик 98 года Адиль Мухамедзянов. Он, скорее всего, появится в клубе. Есть достаточно опытные мальчишки, но они еще не подписали контракт. Вот. Ну, все в таком рабочем порядке. Я думаю, сейчас в ближайшую неделю все должно разрешиться. Команда примерно пополнится на 6-7 человек новичков. Это либо будут ребята, которые уже имели опыт выступления в ФНЛ, либо лидеры своих зон во второй лиге. Это либо бомбардиры, либо ребята, имеющие хорошую статистику по системе гол плюс пас.